Здравствуйте! Вы на канале Сибирь-38. Сегодня пятница, 24 ноября 2017 года. Время 18:00. Мы собрались съездить на речку, проведать Налима. Есть у нас маленько живца. Вот такой вот. Такие миножки. Будем на них ловить Налима. По крайней мере, попробуем. Чара, что, едем? А? Морда, поедем? Ехать нам далеко, примерно часа 4. Загадывать не буду, но постараемся сегодня добраться к реке и выставить тычки. Как это делается, я потом, как туда приедем, я это все покажу, как мы насаживаем миножку. И ставим тычки. Ну и постараемся сегодня на стучалку, ну, на контачку поймать Налима в слунке. Так что смотрим, ребята, что получится, какая рыбалка на Налима. О, поедем сегодня на таком буцефале. Давай. Вау, вот это вот. Крутяк. Это, давай вот сюда, тут полупустой ящик, сюда складывать. Давай наливай уже. Наливать уже? Так я там в коробке это сложил все. А, все сложил, да? Да, вот тоже коробка, видишь. А, ты все переупаковал, да? Да. Ну, тут-то закусон это был, огурчик. Закусон. Еще не тронулись, уже закусон. Нифига себе. Я тут погончик. Зарево такое пыхает. Офигеть. Еще мороз на улице. А вы не снимаете, подъедьте сначала. В общем, ребятки, добрались мы до реки. Ехали почти 5 часов. Приехали сюда. На улице 32 градуса. Сейчас пойдем на рыбалку. Будем контачить Налима. Поставим тычки. И будем пробовать. Так что вот, мы на рыбалке. На улице реально очень холодно. Фу. Красота. Ну что, ребятки, двинули мы к реке. Чарка, вперед. Сейчас мы сделаем тычечки, срубим у реки. Взяли топор с собой. Сейчас вот из таких вот тростничков, из такой ивы сделаем тычки. Я это снимать все не буду на камеру. Потому что на улице мороз, батарейка сядет очень быстро. Вот. Сейчас мы их с Алексеем нарубим. Вот, подготовим. И там уже на реке я пару штук покажу, как мы делаем это все. Насаживаем. Вот, так что включимся. Вон Леха идет. Сейчас мы будем делать. Что, Алексей, готов? Да. К рыбалке на Налима на канале Сибирь-38. Все парни, все люди отдыхают. Да. А мы вот тут ночью собрались. А мы ловим Налима, пытаемся, да? Ну давай это, подожди, давай надо эти нам сделать. Где
Да вот выход, мы вот здесь. Давай надо эти нарубить, жерлички. Ладно, все, сейчас попозже включимся. Так, ребята, вышли мы на реку с Алексеем. Пробурили первые лунки. Не знаю, видно там, не видно, что будет в камеру. Сейчас зарядим первую тычку. Поставим. По глубине вроде не нормально получается. Ножи посадил. Посмотрим и будем контачить, пробовать. Ножи посадил? Так, берем вот так вот палочку, на палку вот так вот привязываем поводок с леской, вот так обвязали, протянули, все, поводок у нас привязан через петлю. Теперь берем нашего вьюна, миногу, вот, и насаживаем. И надеемся на удачный клев. Надеемся, что что-нибудь мы поймаем сегодня. Все, немножко на крючке. Опускаем в лунку. Давай на удачу. Посмотрим, что принесет нам. Сейчас мы их по реке вот так расставим здесь, в этом месте. И пойдем контачить. Алексей бурильщик делает лунки пока. Идем дальше. Так, ну что, ребята? Тычки мы все выставили. Теперь садимся и будем контачить. Пробовать. Поймать налима на контачку. Ловить будем вот на такую джигу. Ставим ее через карабин. Джига на удачу. Ну, оба. Это пока все убираем. Через полчасика пробежимся по тычкам, посмотрим. Село что на нее или не села. На джигу одеваем вьюна. Вот так вот. Да, Чара, вьюна одеваем. Значит, вот так вот. И идем. Че, Алексей? Тычка? Все, сейчас вот так вот
поставим. Фига мы в какую-то яму, Алексей, с тобой сели. О! Все, и пробуем. Че, ребята, идем проверять спички. Постояли маленько. Часа. Посмотрим. Что у нас есть на них. Ну-ка. Опа! Ребята, вот он. Вот он. Есть. Есть налимчик. А, красота. Вот такой небольшой. Небольшой славненький налимчик. А, не зря. Уже. Не зря. Ну что, ребята, с почином, это лайк. Ха-ха. Есть, есть налим. Ха, красота. Вот такой вот. Да, чарка? Красота. Ай, ты моя собака. Ну что? Лёха, есть? Ну? По-моему, он задавил, правда, этого. Задавил, по-моему, вьюна, правда, он. Ну ладно, позже включимся, но начало положено. Вот такой вот налимчик. Что, идем проверять птички. Время 4 утра. Пробуем. Ну что, настало утро. Проверим птички наши. Чароди.
О, ребята, есть налимчик. А, вот он. Есть. Фу. Красота. Фу. Ну что, есть, есть. Фу. Вот такой вот налимчик, да, Чарка? Ну что ты? Ты довольная, а, Кируха? Небольшой, правда, но есть. Красавец хвостом машет. Так, крючок у нас оторвался. Ну что, в надежде еще на одну жерлицу, птичку, пойдем проверять сейчас. Вот такой вот налимчик. А вчера в этой лунке я сидел, стучал, нифига не настучал я тут. Ну ладно, сейчас пойдем на ту еще, проверим. Ну что, решили мы собираться домой. Идем проверять контрольные птичечки и поедем домой. Сейчас будем все снимать. Ждать нет смысла. Подписывайтесь на канал. Ребята, мы едем домой. Вот такая у нас получилась коротенькая рыбалка на налима. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь ссылкой с друзьями. Всем спасибо, всем пока. Мы поехали до дома. Все чистенько, все убрались.